В Химках продолжают реализацию программы по капитальному ремонту. Сегодня работы ведут в доме 4 на улице Кирова. Меняют кровлю. Крыша была в плачевном состоянии. Жителей беспокоили протечки в квартирах. Сегодня строители заменяют сгнившие деревянные конструкции, очищают кровлю от мусора, кладут новые настилы и делают теплоизоляцию. По закону управляющая компания имеет право до 30% менять систему. Соответственно, если система изношена больше 30%, она включается в программу капитального ремонта и ставится на полную замену. То есть, соответственно, в данном доме крыша была в плохом состоянии, соответственно, принято решение полностью 100% ее поменять. Если у вас течет крыша или затапливает подвал, первый шаг – обращение в свою управляющую компанию. Часто проблемы можно устранить силами коммунальщиков. Если мелкие неисправности стали большими, проводят собрание собственников. После дом ставят в очередь на капитальный ремонт. Весь перечень работ можно найти на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.